В Малгербетовском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти 59-летнего жителя. По версии следствия, в период с 21 по 23 ноября 2022 года неустановленное лицо, находясь в одном из домов, расположенных по улице Ленина, поселка Восход Октябрьского района Республики Калмыкия, на почве личных неприязненных отношений причинило потерпевшему телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков, ссадин и ран головы, туловища и конечностей, множественных переломов ребер, от которых 24 ноября 2022 года последний скончался. Сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, установление лица, причастного к совершению данного преступления, а также сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.